Всем привет! Сегодня мы покажем вам рецепт очень мягких и воздушных помпушек. Готовить их очень просто и получится точно у каждого. Итак, для приготовления нам понадобится мука, теплая вода, дрожжи, сахар, щепотка соли и растительное масло. Вливаем теплую воду в миску и растворяем в ней пол чайной ложки дрожжей. Добавляем соль, сахар и 1 столовую ложку растительного масла. Добавляем 200 грамм муки, это примерно 13 столовых ложек, и все тщательно перемешиваем. Конечно же, количество муки может отличаться, и главное ориентироваться на консистенцию самого теста. Оно не должно быть очень плотным и забитым мукой. Если тесто очень липнет к рукам, просто добавьте немного масла. Присыпаем поверхность мукой и вымешиваем тесто примерно 5-6 минут. Вот такой вот маленький комочек теста у нас получается. Далее тесто должно постоять в теплом месте. Перекладываем его в смазанную маслом посуду. Накрываем пищевой пленкой и ставим в духовку, разогретую до 50 градусов на 40 минут. Со временем тесто поднимется в 2-3 раза. Так как у нас было совсем немного теста, то этой высоты достаточно и можно вынимать с духовки. Выстилаем форму для выпекания пергаментной бумагой и смазываем небольшим количеством масла. Начинаем формировать шарики примерно одного размера. И выкладываем в форму. Из 200 грамм муки получилось 10 шариков. Также оставляем постоять 15-20 минут, чтобы они поднялись. После этого можно ставить в разогретую духовку до 180 градусов на 20-25 минут. Тем временем делаем чесночную намазку. Нарезаем маленькими кубиками чеснок, добавляем масло и немного соли. И поливаем ею наши румяные помпушки. Запах просто невероятный. Можно есть просто так или вместе с борщом. Поэтому скорее готовьте их своим родным и близким. И, конечно же, не забудьте подписаться на наш канал. Всем приятного аппетита!